Мне безумно приятно оказаться сегодня здесь, на торжественной церемонии открытия 5-го Республиканского патриотического юнармейского форума, поприветствовать ребят. Юнармия смело шагает по стране, нас уже больше 267 тысяч, мы есть во всех регионах. В течение 3 дней здесь в рамках слета будут бороться между собой представители патриотических лучших клубов с 12 районов республики. Мы из города Алдана, приехали второй год, получается, мы уже ездим сюда, но мы в движении юнармии постоянно участвуем. Я вступил в юнармию, потому что нас заинтересовала военно-патриотическая деятельность. Юнармия дает хорошее воспитание, подготовку к армии для сдачи нормативов ГТО.